Зарплатка достойная. Именно когда ты сказал, нужно переждать. Переждать не сидя на попе, да, а работать, тренироваться. Тогда ты переждешь. В смысле, перейдем. Давайте следующий. Кристина Шаповалова, дорогие друзья, очень на брусьях уже. Очень красивая линия мне нравится сразу. Меня подкупают эти шикарные линии гимнастические. Молодец. Ой-ой-ой, держаться! Держаться здесь, как слегка загнула, конечно, ее в спине. Ну, молодец. Это, вы знаете, это характер. Конечно, она заметную ошибку допустила. А да, что ж такое? Видите, там справилась в трудной ситуации, а здесь потерялся темп. Сумбур пошел легкий, конечно, в руках. Да, это уже жалко. Но, еще раз повторяю, не надо сильно расстраиваться. Сейчас посмотрю, как она закончит. Стоим.